эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Вот некоторые темы выпуска. 3000 тонн урожая в год. Глава Дагестана принял участие в открытии второй очереди тепличного комплекса в Ленинкенте. Выследил, напал и ограбил. Сотрудники полиции задержали злоумышленника, напавшего на 70-летнюю женщину. Выложится на все 100 за 3 дня. В Дагестане сегодня состоялось открытие 4-го регионального чемпионата WorldSkills Russia. Дагестан в числе худших регионов по количеству аварийного жилья. Антирейтинг был составлен на основе исследований экспертов международной консалтинговой сети «Финэкспертиза». Вместе с большим числом ветхого жилья оказалось, что крайне мало людей обращаются за ипотекой. Отмечается, что причиной низкого числа кредитов могут стать особенности республики, где многие считают кредит недозволенным по религиозным причинам. Кроме Дагестана, и жилищный антирейтинг возглавили Ингушетия, Тыва, Якутия и Магаданская область. Глава Дагестана Владимир Васильев принял участие в открытии второй очереди тепличного комплекса «Агромир», расположенного в поселке Ленинкент. В текущем году здесь также планируется строительство рассадника площадью 1 гектар. Стоит отметить, что комплекс оснащен оборудованием компании «Техносер АС», лидера по строительству подобных теплиц Турции. Здесь внедряются самые передовые технологии по выращиванию овощей, применяемые в таких странах, как Голландия, Израиль, Турция, Испания. Основными видами выпускаемой продукции являются томаты и огурцы. Мощность производства 3000 тонн в год. Владимир Васильев подчеркнул, что Дагестан имеет большой потенциал развития этого вида предпринимательства. Особое внимание глава республики обратил на развитие современных предприятий, где будут созданы рабочие места. Здесь приятно работать, правильно? Теперь представьте себе, сколько у нас, когда вы едете по дороге, видите накрытых территорий полиэтиленом, ну, на которых совершенно другие технологии прошлого века. И там работают люди, которые даже не живут в Дагестане. Вот в одном районе провели проверку сотрудники, Ногайск, 120 человек, из них 80 китайцев, 40 узбеков. Друзья мои, вы меня извините, я глава республики, я думаю о том, как загрузить наших, у нас же нет рабочих мест. Вы знаете, я хорошо это знаю, и мы все здесь присутствующие, я вот сегодня специально дал возможность выступить. Это наша задача. Мы должны дать рабочие места. В Дагестане наблюдается положительная динамика работы налоговой службы. Об этом говорили на расширенной коллегии по итогам деятельности ведомства за 2018 год. По сравнению с 2017 годом налоговые доходы и сборы возросли на 17,9%, в том числе в консолидированный бюджет республики на 17,2%. Индикативные показатели консолидированного бюджета Российской Федерации выполнены на 107,2% с перевыполнением 2,6 миллиарда рублей. Доходы федерального бюджета увеличились на 20,1% или 1,5 миллиарда рублей и составили 9,1 миллиарда рублей. Так, в прошедшем году по сравнению с предыдущим отмечен прирост поступлений как в консолидированный бюджет республики, так и в федеральный. Также на коллегии были обсуждены задачи на текущий 2019 год. В завершении мероприятия благодарственными письмами были награждены отличившиеся сотрудники налоговой службы. Выследил, напал и ограбил свою соседку. Сотрудники полиции задержали злоумышленника, напавшего на 70-летнюю женщину. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 36-летний житель Дербента. Подробности в сюжете Патимат Ханаповой. Я вышла за кошкой и в это время воспользовался моментом вот этот вот человек. Зашел. Она очень любит кошек, одну из которых вышла искать поздней ночью. За ее распорядком на протяжении нескольких дней следил сосед. Узнал, что выходя, хозяйка не закрывает входную дверь. На этот раз мужчина воспользовался случаем и решился на кражу, но не успел. До ее возвращения преступник напал на пожилую женщину, повалил ее на пол и жестоко избил. Взял украшения и требовал деньги. Обещал, что вернет, что ему нужно, что он вроде бы там кому-то должен. Вы его узнали? Он в маске был или что? Он был в маске, но я его узнала по ногам, по росту, по комплекции, по фалангам пальцев. Злоумышленник забрал из квартиры 50 тысяч рублей, а также ювелирные украшения на сумму свыше 300 тысяч. На счету у 36-летнего мужчины это преступление уже третье. Всего год назад он отсидел за кражу второй срок.
Последняя судимость когда была? В 2017. Вы сидели, отбывали срок? Не активировали по состоянию здоровья. Чем вы болеете? ВИЧ-инфекция, гепатит и туберкулез легких. С 2005 года стою на учете по ВИЧ-инфекции. Часть драгоценностей оперативники сумели вернуть пострадавшие, остальное мужчина успел сбыть. В настоящий момент задержанный помещен в изолятор временного содержания. Изучив детали произошедшего и опросив возможных свидетелей, сотрудники полиции составили картину случившегося. Доказательством совершения данного преступления стала изъятая у молодого человека часть похищенного золота. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Фатимат Ханапова, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Дербент, новости 24. В Дагестане сегодня состоялось открытие 4-го регионального чемпионата WorldSkills Russia. Более 300 молодых профессионалов со всей республики будут соревноваться за право участия в финале международного конкурса. На протяжении 3 дней квалифицированные рабочие, школьники и студенты в возрасте до 22 лет смогут проявить свои способности в 29 компетенциях. В 3 предстоящих конкурсных дня вам предстоит показать свои навыки, мастерство, умения, которые в будущем позволят вам самореализоваться прежде всего, стать высококлассными специалистами, поработать на благо своей Родины и всей страны. От кладки кирпичей до медицинского ухода и поварского дела. Оценивать ребят будут 220 экспертов. Обладатели самых высоких баллов получат возможность войти в состав национальной сборной WorldSkills Russia. Им предстоит отстаивать честь страны в этом году на мировом первенстве, которое пройдет в августе в Казани. В историческом парке «Россия. Моя история» прошел диалог на равных. Проект организован строительной компанией «Грамотон» и направлен на духовно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. На встречу с молодежью приглашают успешных людей, с которых можно брать пример. Так, на этот раз гостем площадки стал известный промоутер Камил Гаджиев. Подробности в материале Камиля Девятова. Разговор 40-летнего успешного проживающего в столице России дагестанца с первых минут вызвал огромный интерес у аудитории. Камила Гаджиева знают в мире единоборств как промоутера и организатора спортивных событий. Но в этот раз он открылся с другой стороны, ранее многим незнакомой. Стучусь в дверь и говорит, вы не спите, мы 4-го номера. Мы дверь открываем, она по 500 рублей дает. Ну, организатор. Всем, кто приехал, это был под Санкт-Петербургом, город Кронштадт, город Кронштадт. Нам 500 рублей дали, говорят, ребят, вот это организатор, как бы суточные деньги вам обучают. Это тогда был монстр, сейчас это порядка вещей. И мы пошли с ним в магазин. Довольные такие, ночью идем в магазин. И помню, как мы так идем, Кронштадт, людей вообще на улице нет, снег хрустит зимой. Значит, и мы идем, говорим, вот это уже профессионализм. В беседе с молодежью Гаджиев рассказал о своей жизни, карьере, семье, а также о пройденном жизненном пути. Камил родился и вырос в городе Москве. Там же пошел в школу и начал заниматься спортом. При этом, будучи ребенком, каждое лето проводил в Дагестане. Молодые люди, они все бегут. Чем моложе, тем быстрее бежишь, да? Вот поэтому в новом графике. Я вам хочу сказать, что надо, конечно, семье, близким людям, а родителям в особенности уделять как можно больше внимания. Просто прийти, посидеть с ними, попить с ними чай и так далее. Иногда бывает, с родителями в одной квартире живешь, в одном доме, они тебя не видят. Ты утром ушел, ночью пришел, а родители, они постарше, они чуть другого графика живут. Это, конечно, есть хорошо. Проект «Диалог на равных» в республике будет набирать темп. Организаторы и в дальнейшем планируют приглашать известных гостей для бесед с молодежью. Камиль Девятов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Далее обзор кратких новостей, затем продолжим. Не переключайтесь. В мессенджере WhatsApp появится новая функция. Благодаря ей пользователи не смогут добавлять в групповые чаты без их согласия. Как рассказали разработчики, по умолчанию можно будет принимать приглашения в группу только от тех, кто есть в списке контактов, а все остальные предложения будут блокироваться. Кроме того, мессенджер даже не будет уведомлять об этом. Функция уже появилась в последней тестовой версии WhatsApp и после обновления будет доступна всем пользователям.
В России могут разрешить высшее самообразование. Как именно студенты будут подтверждать полученные не в аудитории знания, Миноборнауки планирует решить уже в этом году. Пока речь идет только о зачетах отдельных курсов. В перспективе же реальным может стать и получение диплома о домашнем высшем образовании, полагают эксперты. Пограничники нашли в мотоцикле дагестанца 4 мешка со сетровой рыбой. Ориентировочный ущерб водным биологическим ресурсам из-за его действий составляет свыше 7 миллионов рублей. Изъятая рыба передана на ответственное хранение на рыбоперерабатывающие предприятия Махачкалы. В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.37. Работникам Кулинской районной больницы задолжали 8,5 миллионов рублей. Сотрудниками прокуратуры установлено, что 202 работника медицинского учреждения не получили зарплату за декабрь 2018 и январь 2019 года. По данному факту в отношении главного врача медучреждения возбуждено производство по делу об административном правонарушении. Также в его адрес внесено представление об устранении выявленных нарушений. И о спорте. Острая конкуренция и борьба до последней секунды схватки. Сильнейшие грэпплеры Центрального федерального округа сошлись на открытом Кубке Москвы. Спортивный праздник украсили мастер-классом, где своими навыками с молодежью делились известные российские спортсмены. Обо всем по порядку расскажет Курбан Рагимов. Обилие бросков и болевых приемов мастера самбо и грэпплинга раскрывают секреты своего успеха. Два борцовских ковра Дворца спорта Содружества заполнены как детьми, так и взрослыми. Очень хорошая идея, что перед соревнованиями получают еще новую информацию, какие-то моменты подчеркивают для себя. Каждый из спортсменов дает информацию, дает знания. Вот, и, в принципе, такое развитие получается общее, достаточно интересное. Очень важно для начинающих спортсменов именно им прививать, что каким бы они ни стали известными титулованными спортсменами, если у них нет правильного воспитания, духовно-нравственных ценностей, его достижения ничего из себя не представляют. Полученные на мастер-классе навыки спортсмены постарше попытаются закрепить на турнире по грэпплингу. Звание лучшего здесь оспаривают порядка 200 человек. Этот переворот Курбан Курамагомедов сумел провести за 10 секунд до конца финальной встречи. Техническое действие помогло спортсмену сравнять счет и перевести схватку в дополнительное время. Здесь Курамагомедов проявил стойкость и вышел победителем в весе до 71 килограмма. Мне там уже кричали, там уже все, Курбан, 30 секунд осталось, я уже как бы проиграл. Я собрался и перевернул его, и как вот так и сложилась ситуация, и альхамдулиллах, я выиграл. Организатором открытого Кубка Москвы выступила Академия единоборств Universal Fighters. Клубу всего лишь год, уже открыты филиалы в 10 городах России. За этот короткий срок проведено 15 турниров по ММА и грэпплингу. Большие планы у команды на 2019 год. Планы проводить в 2019 году более 20 турниров по грэпплингу, 50 мастер-классов с именитыми спортсменами разных регионов России, а также провести более 5 турниров по ММА. Профессиональных, разных регионов России. Обстановка благоприятная, ребята хорошо выступают, есть перспективы. И Universal Fighter – это новая звезда, которая пойдет далеко. Да, и мы готовы не отступать от своих планов, будем идти вперед общими усилиями.
командой. Турнир собрал множество почетных гостей. На открытии спортивные чиновники и титулованные спортсмены желали участникам удачи и больших побед. Грэпплинг для Юго-Западного округа – это такое первое мероприятие, которое здесь состоялось. Мы проводили и по самбо, и по дзюдо. Но такой интереснейший вид спорта, как грэпплинг, который я очень рад, что он получил развитие именно в Юго-Западном округе и получит развитие. Хорошая атмосфера, хорошие участники, именитые чемпионы. Я думаю, что это в том числе и хороший пиар, и как и для этого вида спорта, и как и для развития всего спорта в городе Москве. Поэтому большое спасибо организаторам, кто это сделал. Такой большой, хороший праздник нам сюда привез. Ну, я впервые на Universal Fighters нахожусь и вижу, как работает эта команда. Я так понял, что это не только начало, и впереди будет очень большая работа. Команда работает плечом к плечу, это радует. И я очень рад, что у нас развиваются такие команды, и которые ведут спорт в массы. Это здорово, и надо помогать, и включаться. Вместе мы едины и непобедимы. Прежде всего, спорт, он сплочает, да, и в плане даже нации, да, все, я считаю, что не должно быть такого, чтобы какая-то была рознь между нациями. И как раз-таки вот эти, вот этот спорт, да, любой, да, который направлен на сплочение нашего народа, да, у нас многонациональная страна, как вы знаете, да, и мы все должны уважать друг друга. И вот именно уважение, оно вот именно и проявляется именно на ковре, там, на ринге или в клетке. Уважение достойны все, но Александр Никифоров заслуживает большего. Уже 3 года парень ездит по турнирам, и каждое выступление для него – это бесценный опыт. Сегодня он по баллам уступил более маститому сопернику, однако такого спортсмена проигравшим никак не назовешь. Ну, я думаю, что большой пример подаю, особенно будущей молодежи, потому что спорт – это очень важная составляющая жизни, и не важно, какое здоровье у человека там, или как он отличается от других. Важно, главное, что он идет вперед, никогда не сдается, он продвигается по жизни. Поединки турнира прошли в яркой и конкурентной борьбе, но к каждому из соперников Идрис Омаров нашел свои ключи. Первые 2 схватки чемпион в весе до 77 килограммов завершил досрочно. Финальная также прошла под его диктовку. В финале попался, ну, я с ним встречался до этого, тоже была конкурентная схватка. И я осторожничал очень просто. И, можно сказать, забрал в начале балл, а потом просто оборонялся в основном. И в итоге выиграл, одержал победу. Грэпплинг не часто балует спортсменов солидными подарками на турнирах. Поэтому вручение денежных призов победителям стало для борцов хорошим стимулом. Следующие соревнования под эгидой клуба Universal Fighters планируют провести в мае. Курбан Рагимов, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Москва. Это все к этому часу. Всего доброго и до встречи.